эксперимент обзора с наушников. Возможно, будет слышно лучше, а то, что вы все пишете, что тихо. Ну, буду стараться громче. Шифон Бабл. Артикул 28.111. Шифон Бабл выглядит не как шифон. По мне так в принципе. Бабл, потому что он как будто бы из таких крупных пузыречков состоит. Вот как бабл пузырьки. Крупных, я сказала, да? Нет, мелких пузыречков, как бабл пузырьки. Конечно же, все это однослойное, как на клеенке вы это не полопаете, но тактильно ощущается, как будто вот мелкие пузырьки бабл. Чуть-чуть есть эластана по утку, и даже под долевой он чуток играет, прям вот совсем каплюшечку. Размер принта виден относительно моей руки. И я бы сказала, что этот шифон не совсем шифон, потому что он практически не просвечивает. Вот руку мою, посмотрите, как видно. Да, светится чуть-чуть. Я бы даже, может быть, рискнула без подкладки сделать платье из этого шифона. Может быть, под юбочку, конечно, надела бы под него. В общем, вот такой, да, вот такой шифончик. Он тяжелее, чем обычный шифон. Ну, все такой же пластичный, текучий. Чуть-чуть баблистый.